Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор покупок из Светофора. Ну и других магазинов, которые находятся там рядышком. Пошла изначально в Светофор, хотела вам заснять, как я хожу, но там просто все в коробках, товар вообще не видно. Ну вот, ну естественно, смотрите в Светофоре, что я нашла, представляете? Купила 10 штук, такие вот. Купила 10 штук, такие вот хлебцы хрустящие, злаковый микс от вот этого бренда. То есть в магазине в другом, в обычном, они продаются по 70 рублей, а в Светофоре по 30 рублей. Сейчас, наверное, кто-то скажет, типа, купила так много, 10 штук, они все равно у тебя там пропадут, да, все такое, как обычно мы это любим говорить. Скажу сразу, я их даю ребенку за место печенья. Потому что тут состав, ну, мне кажется, тут состав более лучший. Сейчас мы его найдем. По-моему, я как-то смотрела. А вот состав пшеница, крупа рисовая, крупа гречневая. То есть все, больше ничего нет. Я ребенку даю за место печенье, потому что печенье, очень много химии, всякой гадости. Ну, ребенку 4 года, зачем ему все это? А такие хлебцы он очень любит, он кушает их с большим удовольствием. Вот, и я взяла, соответственно, думаю, ну, пока они там по 30 рублей, пока они есть в Светофоре, надо брать. Вот, и взяла 10 штук. Это я была в Светофоре. Также около Светофора у нас открылись в том же здании какие-то там непонятные магазины. И сейчас я покажу, что же я купила. До того, как попасть в Светофор, я зашла в другой магазин. Там я обычно покупаю вот такие вот хлебцы. И взяла вот три пачки бородинских. Там они уже по 40 с чем-то рублей. Ну, тогда я не знала, что в Светофоре могут быть они. Вот, зря, конечно, взяла побольше. Бородинские, кстати, мы кушали, нам очень безумно понравились. Они прям со вкусом бородинского хлеба прям вообще не очаровательные. Они просто обалденные. Конечно, если бы я знала, что в Светофоре будут эти хлебцы, я бы, конечно, бородинские взяла побольше. Я взяла вот 3 штучки и взяла одну такую же вот. Блин, где она? Такая же зелененькая, как там. Конечно, если бы я знала, я бы бородинских взяла бы там штук 5, потому что они очень вкусные, и у нас они уходят прям очень-очень быстро. Так, также там был какой-то там магазин, где были не русские, и там были не русские товары в основном. Взяла там, нашла наконец-то финики. Давно, кстати, их мечтала найти, уже давно хотела. За 58 рублей, когда-то они продавались в фикс-прайсе за 50 рублей. Я помню, всегда покупала, когда шла. Вот, нашла. Попробуем, может быть, еще съездим. Также неизвестные товары. Вот были такие вот макарошки крупненькие, кстати, видите. То есть их вот так вот фаршировать можно чем-то. Таким вот, ну, что-то такое необычное, интересненькое. Стоила она 50 рублей. Здесь даже рецепт есть, вот тут вот можно найти. Вот, здесь 250 грамм. Попробуем, если будет вкусно, то еще купим. Вот. И также вот такие вот ракушки. Тоже вот можно так фаршировать ракушечками. Ну, это для тех, допустим, если ребенок у вас плохо кушает, то можно что-то такое необычненькое, или на стол, например, праздничный стол, и что-то такое необычное подать. Но это замучаешься делать, правда. Здесь тоже 250 грамм должно быть. Так. А, и в том же необычном магазине в каком-то, не помню, в каком, короче, я купила вот такие вот ложки. У меня уже 2 ложки такие есть. Одна у меня прогнила немножечко, я в воде оставила. Забыла сразу помыть. И подумала, что я еще хочу такие ложки, потому что это очень удобно. Я всегда мешаю ими каши всякие, мультиварки, в кастрюле. Ну, не знаю, мне нравится. Она легенькая, хорошая, вот именно вот такой вот формы. Они были где-то по 40 рублей. Но, кстати, было очень сложно найти, вот, чтобы она была вот вся кругленькая, чтобы она была одинаковая. Другая точно такая же была, чуть-чуть поменьше. Там, ну, немножко вот края у них заостренные есть. Надо немножко пошлифовать. Так, что еще-то? А, также зашла в Пятерочку. В Пятерочке я купила вот такое подсолнечное масло. Написано ароматное. Ну, сейчас, кстати, с вами проверим. Будет маленький вам обзорчик. Ай, да что ж такое?
Да, кстати, ароматное, но такое, ну, мало очень. Хотя, ну да, чуть, ну как бы есть аромат. Ароматное такое оно, приятное. Ну как-то посильнее хотела бы, чтобы было такое более ароматное. Наверное, помните, кто покупал кубанское, что ли, как-то оно называлось. Оно было прям ароматное, вкусное. Это было года 3-4 назад. Вот здесь у нас золотая семечка. А его я купила, хочу делать такое подсолнечное масло с добавлением каким-то. То есть бутылочку сложить, там какие-нибудь всякие, я не знаю, специи, там что-то сложить и вот этим маслом залить. Такая вот у меня есть идея, поэтому я купила. Там подписано ароматное. Его же не понюхаешь в магазине, да? Да, также купила Баунти ананасики. По-моему, тут ананасы вроде. Да, вот они. Ананасовые. Они появляются у нас, по-моему, раз в год. Какие-то определенные месяца. Очень вкусные, мне прям они очень понравились. И купила обычные, они были по акции. Взяла тоже немножечко. Вот, Пятерочка у меня вышла в 700 рублей. Я не знаю, что там так дорого я взяла, непонятно. Плюс я там еще взяла пачку творога, бутылку молока, то есть вот это и вот эти вот по 25 рублей были. Вот, ну по чеку я сравнивала, вроде у меня получается 650. И там получилось у нас 700 с чем-то. То есть, блин, короче, все деньги я сегодня почти потратила, не знаю, кошмар. Вот, и также я сейчас покажу, что я купила в фикс-прайсе, туда я тоже зашла. И там будут у нас с вами в дальнейшем небольшие обзорчики. Вот. Попробуйте покушать вот такие вот хлебцы. Кстати, когда-то у моей мамы очень много было таких хлебцов. У нас тоже были завалы прямо их, но они были без вкусов, они были вообще безвкусные какие-то, ни о чем. А вот эти вот, по-моему, гораздо вкуснее. Зелененькие, я не помню, пробовали мы или нет, но какие-то мы уже попробовали. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите еще обзоры, пишите еще обзоры давай. Будут тогда побольше на моем канале обзоров. Всем пока-пока. С вами был канал ArtMoney.